Споры не прекращаются. Уже несколько недель региональные СМИ обсуждают честность распределения бюджетных средств на информационное освещение деятельности правительства. В этом году гранты достались 114 претендентам, но, как и в любом конкурсе, не обошлось без аутсайдеров, которые считают, что финансирование распределили несправедливо. Члены конкурсной комиссии говорят, все было прозрачно. Если какие-то руководители каких-то компаний хотят предъявлять претензии конкурсной комиссии, еще раз говорю, комиссии, это не один человек распределял, это не кто-то там сидел и вот решил, что вот это будет этому, это будет этому, это будет этому. В процессе шли очень серьезные споры. Мы спорили между собой, кому лучше, кому больше, кто лучше отразил, кто серьезнее отразил. Вот эти все аспекты, все моменты, они обсуждались комиссией. Соответственно, вот в итоге комиссия пришла вот к такому решению. В состав этой комиссии ваши достаточно компетентные, грамотные люди. Оснований не доверять их выводам и мнениям, на мой взгляд, нет. Поэтому решение, которое принято комиссией, на мой взгляд, оно объективное и заслуживает понимания и уважения.